Вже понад два місяці у Миколаєві виконується програма Європейського Союзу з соціально-економічної адаптації переселенців, тобто вимушених мігрантів. Таку ініціативу ЄС висловив ще торік. Цього року вона реалізується. Відповідний грант Євросоюзу виграла міськрада, а виконується комплекс робіт спільними зусиллями Регіонального фонду з підтримки підприємництва, Служби зайнятості, органів соціального захисту населення, Регіональної торгово-промислової палати та інших структур. Спочатку з вимушеними переселенцями працювали професійні психологи, далі допомога здебільшого для підприємців або тих, хто збирається розпочати свою справу. Загалом таких громадян приблизно порівну з тих понад 300 переселенців з Криму і Донбасу, котрі вже взяли участь у тренінгах. Додаються і місцеві. Така умова теж прописана в гранті. Тренінг, на якому ви сьогодні присутствуєте, тренінг по трудоустройству, який дозволяє переселенцям більш якісно знаходити свою роботу. Юлія Романюк з Луганська. До Миколаєва потрапили через Київ, після того, як її чоловік отримав тут роботу. В рідному місті жити і працювати стало неможливо. Воєнні дії, загроза для життя, ну і, відповідно, нет можливості якимось образом далі рости, розвиватися, существувати, жити своєю сім'єю. А в Миколаєві продовжила приватну діяльність у туристичному бізнесі. Сергій Тимофеєв в Миколаєві близько двох місяців. Торік був змушений виїхати з Донецька, потім побував і в Росії, і в різних областях України. В Донецьку я працював как бы на себе фотографом. У мене були ті ж зв'язки, які дозволяли мені мати клієнтів і якийсь стабільний доход. В ході тренінгів використовуються сучасні інтерактивні методики. І головне, слухачам допомагають по-новому поглянути на, здавалося б, звичні та добре зрозумілі речі. Приходит полезная информация, которую я до этого не задумывался, некоторые аспекты. Вот, поэтому думаю, что будет полезно. В принципе, учиться всегда полезно. Все, что делается для, как бы для нашего развития, то есть я не говорю вообще про таких людей, как мы, а вообще в целом, как бы, да, все, что делается для образования, это всегда полезно. Я сам посмотрел на сайтах некоторых по объявлению работы в Николаеве. Есть заработные платы, которые сравнить тем, которые были у них в Донецке и в Луганске. Но надо же отстоять это право, надо же правильно себя подать, надо так уметь коммуницировать, чтобы эта работа была твоя, потому что претендентов, естественно, будет немало. Тренинги триватимуть на базі Регіональної торгово-промислової палати до початку липня. За багаторічними розмовами про відродження суднобудування, ми якось забули про один з його напрямків, що продовжує годувати частину миколаївських корабелів та зберігає авторитет наших фахівців. Близько 10 підприємств Миколаєва займаються яхтобудуванням, але Чорноморська яхтова верф вважається найпотужнішим з них. Я створив підприємство в 91-му году, і от з тих пор під різними названнями, за тим коротким промежутком времени, коли я немного займався заводом, от чого там, яким-то директором, Меридіаном і ЧСЗ. Вот. Но, тем не менее, сейчас самое главное, мы понимаем, как необходимо строить яхты. На выставке в Дюссельдорфе уже 6 лет подряд мы принимаем участие. Вот в прошлом году выставляли яхту, которая одна из самых больших стальных была в зале среди парусных яхт. Вызвали достаточно много изумления у всех, кто был у иностранцев. То есть к нам все время ходили, смотрели все конкуренты и не верили, что в Украине можно построить такого качества яхты. До речи, будівництвом яхт верф не обмежується. Мы спроектировали и построили, например, лоцманские суда для госгидрографии. И благополучно вот Лысенко сейчас у нас в Николаеве ходит, в Мариуполе ходят, в Рени ходят. Проектируем лоцманские суда, проектируем патрульные суда. То есть вот широкий спектр. Хотя вот мы самые первые в Украине и в бывшем в Советском Союзе спроектировали и построили первые моторные яхты. Мы первые в Советском Союзе, бывшем нашем,
спроектировали скоростную алюминиевую яхту большую. То есть до этого никто этого не делал. То есть были попытки переделывать какие-то там речные трамваи или какие-то там эти боты водолазные. А вот чтобы спроектировать и построить это все, мы делали первое. Ну, нам приятно, что мы первые. На даний момент працюють над виконанням двох замовлень. Це моторні яхти, доволі звичні за своїми характеристиками для Чорноморської яхтової верфі, але досить оригінальні. Перше – це унікальна, ну, по меркам України унікальна алюмінієва яхта, трьохпалубна яхта, яка представляє максимальний комфорт для пасажирів, комфорт височайшого качества. Яхта имеет мостик для отдыха, имеет рулевую рубку, имеет несколько уровней кают. Специально для улучшения условий обитаемости, повышения скорости хода, яхта оснащена специальным винторулевым комплексом, состоящим из двух колонок фирмы «Шоттель». Колонки подобного типа были установлены лишь единожды на яхтах европейской постройки. В Украине подобного прецедента именно для яхт не было. Колонки подобного типа устанавливаются, как правило, на судах с системой глобального позиционирования, такие как, допустим, снабженцы, когда нужно находиться судну, несмотря на внешнее возмущающее воздействие, в одной точке постоянно. В одну систему управления вписывают сами винторулевые колонки, то есть они за 18 секунд обеспечивают полный оборот вокруг 360 градусов, вокруг своей оси. Причем сама колонка, она имеет два соосных винта, которые обеспечивают более высокие пропульсивные, ну, КПД, скажем так, если говорить общетехническими терминами. И самое главное, вот они, эти колонки, объединяясь с подруливающим устройством, позволяют яхте находиться в море, не без швартовных канатов, без якорей, находиться в одной точке. По GPS она получает информацию и, по сути дела, вращается со смещением там нескольких метров от заданной точки. То есть это такая, ну, модная фишка, что ли. Всі яхти, побудовані тут, унікальні і створюються з урахуванням усіх побажань замовника, який за допомогою сучасних технологій може стежити за кожним кроком проєктантів і яхтобудівників. На самой яхте в процессе ее проектирования используются специальные технологии 3D-моделирования, которые позволяют заказчику как на этапе проектирования, так и на этапе уточнения деталей увидеть все в самых мельчайших подробностях. Вплоть до того, что мы видим основные элементы экстерьера, основные элементы интерьера, видим текстуры, визуализации, закат и рассвет в любой точке океана, где скажет заказчик, если ему необходимо увидеть свою яхту именно в том месте, где он хочет ее увидеть. То есть это все программное обеспечение позволяет сделать персонал, специалисты нашего бюро в процессе проектирования. Вторая яхта – это яхта стальная, стальной корпус, алюминиевая надстройка. Ну, такое распространенное технологическое решение, тем не менее, позволяет снизить, скажем так, осадку яхты, повысить устойчивость. Скорость как первой, так и второй яхты где-то в порядка 11-12 узлов максимальная. Скорость оптимального хода где-то порядка 10 узлов. Значит, яхта второго типа, той, о которой говорил, тоже предназначена для отдыха людей, для достаточно длительного плавания в акватории Средиземного моря, значит, позволяет размещаться до 12 людей пассажиров и, в принципе, обеспечивает их комфортный отдых. А знайти замовника – завдання не з легких. Багато хто, в тому числі серед наших суднобудівників, розводять руками. Мовляв, немає замовників, ніхто до нас не приходить. Пытаемся, стучимся, уговариваем, делаем предложение серьезное, потому что наша продукция, например, там, в разы дешевле, чем аналогичная за рубежом. Поэтому они богатые, у них есть возможность развивать верфь, строить на будущее, да, плюс возможность получения кредитов. Когда он мне рассказывает, что там, 3% годовых – это много. А вы за 24 когда-нибудь пробовали уговорить кого-нибудь? Ну вот, собственно говоря, отсутствие кредитных средств для того, чтобы можно было взять новое оборудование, сварочное, сборочное и так далее. Это проблема. Единственный путь попасть на рынок в Европу – это наша продукция должна быть качества европейского, высокого, цена должна быть ниже. И поэтому другого пути нет.
Незважаючи на те, що Чорноморська яхтова верф сьогодні виглядає оазою успіху на тлі загального занепаду суднобудування, підприємству доводиться вирішувати ті ж проблеми, що й усім іншим заводам галузі. Самая больная тема для судостроения – это у него долгий срок строительства, поэтому существует понятие долгосрочного контракта. Оборудование, которое необходимо закупить. Если заказчик иностранный, то он не понимает, почему он должен платить за растаможку этого оборудования, а потом судно, когда будет выходить, там этот НДС, кто там будет платить. Поэтому везде принято, что оборудование поставляется на условиях временного ввоза. В нашем государстве сейчас временный ввоз на оборудование отсутствует. Есть так называемый режим переробки, который действует всего 365 дней. И после этого ничего с ним сделать нельзя. И поэтому все, скажем так, возможность снизить себестоимость судна, она за счет чего? За то, что мы оптимизируем заказчика деньги, чтобы воспользоваться его и построить максимально. Поэтому, завозя материалы, они все импортные, и оборудование, мы вынуждены, скажем, растамаживать, становиться в очередь потом за НДСом, который накапливается, не возвращается. И поэтому, конечно, одна из больных тем – это решить вопрос. Две больные темы – это земля, за которую надо платить деньги, и временный ввоз оборудования и материалов. Решаться эти две проблемы всего лишь, причем это на уровне, скажем, кабинета министров, который даст такие распоряжения, и судостроительная отрасль начнет дышать и развиваться сама. И только не надо только никому, скажем так, помогать. Ну и, конечно, личности, которые должны двигать судостроение. Вот как покойный Юрий Иванович Макаров, да, величайший человек. Гадаю, спуск на воду цієї майбутньої красуні буде цікавим видовищем. Його планують на кінець поточного року. Сподіваюсь, ми зможемо поділитися цим видовищем з вами. Понад місяць тому державний концерн «Укроборонпром» підписав меморандум про співпрацю з керівниками Херсонської і Миколаївської областей. Йшлося про виробництво близько 20 тисяч найменувань продукції для оборонно-промислового комплексу. Сьогодні маємо свідчення, що процес не стоїть на місці. У многих были опасения, что эти совещания и на высоком уровне так и останутся пустыми мероприятиями. Но вот, радует то, что действительно это имеет логическое продолжение. Уже на сегодняшний день есть перечень тех запасных частей, в которых сегодня нуждается наша оборонная промышленность, которые необходимо осваивать украинскими предприятиями. Этот перечень сегодня участникам этих совещаний доступен. И сегодня уже, в частности, у нас работает группа технологов, которые прорабатывают весь этот перечень, ознакомливаются и будут делать выводы относительно того, что, в частности, мы можем взять на себя и какую часть продукции можем заменить. Безусловно, это то, что касается металлообработки. Возможно, это будет что-то даже связано с электроникой, потому что у нас отдельно есть аутсорсинговые компании, которые для нас выполняют эти виды работ.